Инвестиции в Нагорный Карабах позволяют довести объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном до 15 миллиардов долларов в год. Данную мысль высказал глава турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешних экономических связей ДЭИК Сельджук Акад. Он напомнил, что по итогам 2020 года объем товарооборота между двумя странами составил около 4,5 миллиардов долларов. Главы государств поставили цель довести объем товарооборота до 15 миллиардов долларов. Мы выполнили задачу пока лишь на треть. Уверен, что в ближайшее время не только достигнем, но и превзойдем целевые показатели, во многом благодаря инвестициям в Карабах, цитирует Акад агентство Анадолу. По словам Акад, ДЭИК продолжает сотрудничество со структурами и компаниями Азербайджана, в том числе в режиме онлайн. Он подчеркнул, что Азербайджан обладает сильной и устойчивой экономикой, и не последнюю роль в этом играет нефтяная промышленность. Цены на нефть растут, что также в интересах Баку. Азербайджанская нефть торгуется чуть дороже ввиду лучшего качества, констатировал представитель ДЭИК. При этом Акад привлек внимание к экономическому потенциалу районов, освобожденных от армянской оккупации. В Карабахский регион планируются крупные инвестиции, поэтому вполне логично предполагать, что эта часть республики станет одним из двигателей экономического роста Азербайджана, сказал Акад. Инвестиции в Нагорный Карабах позволят не только достичь, но и превзойти целевой показатель товарооборота, уверен представитель ДЭИК.